Друзья мои, всем привет! Меня зовут Илья Куваев, и сегодня я приготовлю лосося в очень вкусном соусе. Красивое, полезное блюдо, которое будет идеально смотреться на праздничном столе. Давайте начнем. Лосось солим, оливковое масло. Ставим лосось в духовку на 12-15 минут, температура 200 градусов. Сливочное масло, горчицы, соевый соус, сок лайма. Батат я запек в духовке, сливки. Пробиваем до однородности. Прогреваем пюре, лосось смазываем соусом. Все готово, можно подавать лосося. А сервировать блюдо мы будем на тарелочках из тонкого, но прочного фарфора. С декорированным цветным кантом. Вы можете выбрать цвет, который вам больше нравится, чтобы сделать индивидуальный комплект. Чтобы наше блюдо выделялось, мы накроем стол белоснежной хлопковой скатертью «Бьянка». И не бойтесь ее запачкать, скатерть покрыта специальным составом. Если вы случайно что-то прольете, это можно будет стереть простой салфеткой. Завершим нашу композицию цветными хрустальными бокалами «Символ». Бокалы тонированы в цвета канта на тарелках и красиво смотрятся вместе. Вся посуда и текстиль от бренда «Стеновый холм». Все готово, прошу к столу. Hello.